Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, ну что, сегодня мы допройдем события, но сначала... Так, слушай-ка, давай-ка я, наверное, вот это вот заберу отсюда. А Локи нам нужен? По идее, нужен. Мне почему-то жалко тратить на него 1000, если честно. Так, что у нас тут? Получить осколки ящера. Оу. Ну-ка. Маловато. 7 осколков всего лишь. Блин, тут вообще 5. Мало, мало, ребята. Это чтобы мне открыть, сколько вообще нужно осколков на ящера? Давай-ка глянем. Ну там, наверное, дофигище. Так, 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 так. Ящер. Так, подожди-ка, у нас женщина Халк хочет повыситься по рангу. Ну давай. Так, 4 звезды у нее. Это приятно, когда кто-то повышается, ребята, у нас в ранге. Так, ну меня интересует ящер. О-хо-хо-хо-хо, и там, друзья, копить, копить, не накопить. Так, а вот это вот меня радует, что у нас хочет Октопус прокачаться, малька. Так, слушай, а что у нас здесь не хватает? Нам не хватает вот этих вот пуколок. Давай, наверное, мы попробуем найти. У нас есть? Есть энергия. Так, ну давай здесь, например. 120, конечно, жалко тратить. Ну ладно, фиг с ним, давай 120. О, 7 из 7. И... Да блин! Ну вы издеваетесь уже. Вы просто-напросто уже надо мной издеваетесь. Сколько? 2. Так, подожди, нет. Вот здесь вот. 2. Еще 2 получил. Блин, тут сотку требует. Да, конечно, ну, как всегда, ребята. Ну, понятно, короче, все. Найти, что найти? Нету у меня. Не могу я найти. Так, а этого хламона надо нам поднять, да, я так понимаю? Ну, ай, ладно, пускай будет. Давай сюда. Хотя мне захватчики не особо нравятся, если честно, ребят. Но пускай уж прокачиваются, если есть такая возможность, пускай тренируются. Так, что у нас дальше? А дальше у нас, по идее, идет, друзья, события. Так, я сейчас кое-что здесь заберу, попробую. Посмотрим, сколько у нас накопилось. 38, ну не так уж много, конечно. Даже не знаю, где тут. Что лучше нам искать? Ну, давай здесь, наверное. Автопобеда. Так, на зверя, да? А зверь, это, по-моему, дубликат, ребят. Да, дубликат. На всех уже дубликаты уже стоят. У всех фигово туча этих звездочек. Даже здесь дубликат выпадает. Да, это красная сфера. Ничтожная. Ну, зато выпал Икарис, одна карточка, фиг с ним. Так, давай вот это, наверное, возьмем. Ну, понятно, дубликат. Кстати, у меня по припасам вроде бы... Слушай, я могу железного человека прокачать. Ну, зомби. До 3-й звезды. Либо... либо... вот этих вот, до 4 звезд. Ну, я бы, наверное, прокачал бы. Лучше бы, конечно. Но тут на нее копить и копить. До Капитана Марвел. Ладно. Так, здесь 330, здесь 2400, нам не хватает буквально 400, да? Здесь 675, здесь уже можно, ребята, что-то приобрести. Так, кого я там прокачиваю, я уже забыл. Хеймдаля. Хеймдаля-пендаля. Ну, все, вроде здесь. Так, здесь получается, что все... Чуть-чуть, блин, не хватает.
Так, ну что, у нас идет... Блин, у нас этапы тут закончены. Давай заберем... О, 10 тысяч, это значит, сейчас мы с тобой... По идее, должны будем... Да-да-да-да-да, здесь взять. Опа, опа-на. Опа, еще и 5 тысяч этих. Зашибись, ребят. Но мне кажется, это, эти пуколки не того разряда, которые нам нужны. Сейчас проверим. У нас куда там? У нас осьминога надо было, да? На октопуса. Сейчас мы глянем, что у нас там получается. Пока здесь все заберем. Так-с, давай здесь. Ну, тут забрали. Так, теперь посмотрим. Здесь у нас... Ну, здесь, наверное, обычные сферы, да, я так понимаю, со шмотками. Смотри, золотая мегасфера. Вот у меня такой почему-то, ребята. Или это... Нет, слушай, это сфера, а это золотая мегасфера. А, от 1 до 100 миллионов? Нифига. Да, круто. Где такую мегасферу взять только? Так, мираж. Ну да, я так и думал, что, ребята, будут именно на шмотке. Осколки. Всяких там видов. Так, и еще одна сфера. Это у нас золотая. Пойдет. Так, здесь. Давай, наверное, вот эту вот возьмем. Так, здесь мы с тобой забираем. Ну, тут одна сфера по умолчанию. Вроде все, да? Так, и заходим с тобой в припасы. Ну, тут уж тогда можно взять, ребята, и этого хламона. Тендеринтентенс. Так, вроде бы все. Сейчас посмотрим. Октопус сможет у нас прокачаться или не сможет? Так, куда он у нас... Куда он смылся-то у меня? Так, я не понял, осьминог. Че, вообще в самом низу, что ли? Да ну, не может он внизу быть. Он где-то... Где-то в верхах должен, аж вот он. Да, слушай, на него, ребят, на него выпали эти пуколки. Так, у него 10-я категория. Слушай, давай посмотрим, может быть, кто-нибудь еще. Вот здесь, например, хочет прапаться, чувак. Нам требуется 65-й уровень. Угу. Не тут-то было. Ладно, давай искать дальше. А вось кто-нибудь еще у нас сможет поднять уровень шмота. Ну-ка. Зверюга не хочет. Этот парень тоже не хочет. Нет, они хотели бы, но у них не хватает, ребята, ресурсов. Ну, неужели, Икс? Давай, ты нам нужна тоже. Все равно, в любом случае, будем тебя по возможности прокачивать по шмоткам. Минстоун не хочет. Картер, понятно, тоже не хочет, выделывался. А ты? Грут тоже в отказ пошел. И Веном тоже. Ну, понятно, короче, никто не хочет. А ты? Даже этот песик Космо никак не хочет, ребят. Да ладно, даже и ты не хочешь. Ну ладно, фигли тогда искать, ребят. Пойдемте лучше мы с вами выполним задание. Задание у нас все, наверное, уже помнят. Мы с тобой идем на... Вот так вот. Поехали. Команда у нас... Блин, а можно вот этого убрать? Дракс мне здесь как бы не нужен. А Мантис, Мантис нам тоже не нужна. Лучше вот так вот сделаем. Но такой команда, ребята, 100% мы сейчас разнесем. И наверняка дойдем до предпоследней стадии, где уже потребуется 7 звезд. Скорее всего, так. Мне, по крайней мере, так кажется, будет.
Угу. Ой. Похоже, Ультимус приказал Локи остановить нас. Как думаете, он выдаст нам злодейский монолог, в ходе которого я раскрою местонахождение завода? О, неужели знаменитый неудачник по имени Звездный Лорд почтил нас своим присутствием? А вот и его прославленная шайка отбросов. Просто восхитительно. Что ж, пришел ваш смертный час. Так что вам уже ничего не поможет. Завод по производству одиума находится на боевом корабле Кри, что на орбите планеты Берхёрд. Спасибо. Так, ну что, друзья мои, начнем вот отсюда, пожалуй. Серьезно? Да. Ну, понятно, что у них шансов нету. Ракета, выводи координаты Берхёрда, закончим начатое. Уже этим занимаюсь. Занимается он уже этим, понимаешь ли. Ну что, друзья мои, на Звездного Лорда 200 карточек мы получили. А это говорит о том, что мы сейчас его сможем сразу же повысить в ранге. А вот последнюю стадию нам, скорее всего, откажут, ребята, в прохождении. Потому что 7 звезд нужно на персонажей, скорее всего. Ну да. Раз, два, три. У нас только три. Блин, мне бы вот это, конечно, как-то пройти. Но тут, сами, друзья мои, видели, что тут какая-то трешня. Просто трешня. А почему Кристалл сюда не вошла, я не понял. Она же в разы сильнее их. Почему она не подходит? Подожди, а что не так с ней? Ну, подожди-ка, по заданию что тут нужно? Так, что? Черный гром и 4 нелюдя с 5 звездами. Кристалл, ребята, по звезде не подходит. Слушай, ну ведь... Ее же можно найти, по-моему, да? Нет. Ее найти нельзя, ребят. Плохо. Кристалл, конечно, 36 уровня. Мне, с ней бы я бы прошел, ребят. А вот с теми у меня не получится. Так, ну что, ищем Звездного Лорда. Будем его сейчас поднимать в ранге. Он там где-то внизу, наверное, шоркается. Он у нас не особо, я его прокачивал, ребят. Поэтому где-то в низинах должен быть. Ну, что-то уж... Я его пропустил, да? Я его пропустил. А если я его пропустил, значит, у него, ребята, недостаточно очков. А, вот он, вот он. Ну, нормально. 6 звезд. Но движение, конечно, его... это что-то с чем-то. Блин, этого бы парня, конечно, прокачать гром. Так, а что у нас там еще по заданиям? Так, подожди секунду, заберем здесь. Этого я никак не пройду. Эйба или как его там звать? Раз. А, у нас Джубили. Так, а тут-то что не так? Вроде же не было. До сих пор не могу поверить, что вы двое отправились аж в микровселенную, чтобы сходить на концерт. Мы просто хотели узнать, так ли хороший их кей-поп, как наш. И да, когда мы приходим на тусу, что надо, мы вдвоем прямо-таки зажигаем. А Кэсси увеличивается и начинает делать так бу-бу-бу. От басов стекла в окнах улетают. Я выпускаю плазмоноидные фейерверки, и народ визжит, как полоумный. Ребята, вы как гранж слушаете? Я в вашем возрасте слушал гранж. А как насчет сосредоточиться на уничтожении следующего усилителя? Эмма предупредила меня, что вы попытаетесь это сделать. Она также приказала мне помешать вам. А, мы с тобой подняли его по уровню. И теперь он, ребята, у нас как бы
в команде. А раз он у нас в команде, значит, нам и дают на Джубили, ребята, задание. Значит, мы с тобой должны пройти, и, по идее, Джубили, наверное, еще у нас прапается, скорее всего. Было бы очень недурно, если бы у нас это произошло. Китти, ты же была первым подростком из Людей X. Не заставляй меня всыпать тебе по первое число. Прости, Джуби, но если ты хочешь остановить Эмму Фрост, придется пройти через меня. Погоди, но ведь мы вполне можем пройти через тебя. Это же и есть твоя фишка. Не в прямом смысле. Не в прямом. Так, ледяной за нас уже, я смотрю, да? Мы его освободили в прошлом поединке. Значит, и Китти Прайд, по идее, должна, ребята, выйти из-под ее контроля. А что, Эмма Фрост повелевает умами, что ли? Так, Звездный Лорд. Господи. Одно название, Звездный Лорд. У нас здесь кто мощный? Конечно же, ребята, Пустельга. Вот она сейчас всыпет, так всыпет. Смотри внимательно. Остальные все... А, ну и это, Спасительница, конечно же, тоже прекрасно. Остальные в подметке здесь не годятся. Оглушение? Это оглушение, это хорошо, ребят. Ну, давай сделаем так. Замедление. А, так тут еще не вся команда. Вот что она сейчас сделала? В воздух зачем-то пульнула. Я не понимаю, что это дает. Так, Пустелька, по-моему, нам пора с тобой тут, я не знаю, давай, наверное, вот эту вот Хэлл уничтожим. Нет, давай вот эту вот. Блин, не можем с этой хламонкой справиться. Ну что это такое, а? Так, Человек-муравей, я сейчас чувствую, отдуплиться. Так, ну это последние хламоны у нас появились. А сейчас мы с ними будем разбираться. Надо вот сюда всыпать мощную атаку. К сожалению, нет у нас мощной атаки. Так, ну что, Человек-лед, я смотрю, делает замедляшку. И еще на суператаке он делает оглушение. Джубили ослепляет. Блин, Пустелька, почему у тебя такая инициатива фиговая? Ты, блин, пока сходишь, 300 лет, блин, пройдет. Вот, видишь, он оглушение каким ударом делает. Замедляшка. Джубили тоже замедляет команду вражескую. Понятно. Прайд, хорошо вы делаете, а? Прекрасно. Давай добьем этого хламона. До свидания, Йо-Йо. И остается последний Китти Прайд. Невидимая, но так как она одна, ребята, мы ее видим. Goodbye. Джубили, спасибо, что освободил меня от влияния Эммы. Извини, что назвала тебя Джуби. Я знаю, что ты это ненавидишь. Пустяки, Китти. У тебя все ништяк? Где Эмма? Вы уничтожили ее передатчики, поэтому она использовала мою способность менять состояние, чтобы воплотить в жизнь свой новый план. А Джубили, она пытается переместить свое последнее устройство на твою вселенную. Ой, от этой Эммы одни проблемы. Одни проблемы, то есть от слова Эмма.
Ну что же, окей. Да, ребят, Джубили должна прокачаться, потому что 200 карточек получили. Сейчас глянем. Сейчас посмотрим. Но по идее должно быть так. Да, и как всегда последние события нам не дают, друзья мои, пройти, потому что 7 звездочек нужно. Так, Джуби у нас должна быть в самом низу, потому что мы ее получили, но не прокачивали. Вот она. Новый ранг. 6 звезд у них у всех. Так, этапы. Но получается, что все пока. Единственное, вот это вот задание, которое, блин, пока не могу, ребят, пройти. Слишком, блин, слабые у меня бойцы. Что Йо-Йо слабая, что Карнейдж. Они все здесь слабаки. Йо-Йо, Карнейдж. Я их, в принципе, и не прокачивал, как бы. М-да. А Йо-Йо находится у нас? Нет. Самое противное, что эти персонажи еще и не находятся. Вот что. То есть, соответственно, их будет... тяжело, ребят, прокачать. Так, ну что же, получается тогда, друзья мои, наверное, и все на сегодня. Сейчас, подожди-ка, тут что у нас? Прекрасно. То есть она у меня... ну да, она догнала у меня нашу Марвел. Это нормально. Ну, у Локи тут, конечно, еще искать и искать. Такс. А Халк что? Халк, кстати, тоже, ребят, скоро получит Иза повышение. Но меня больше волнует не Иза повышение, а больше волнует вот эта вот штука. Блин, нам их нужно 4 еще. Тут левел, конечно, получить бы, но... пока нереально. Или здесь, или вот здесь, ребят. Так, достижение еще какое-то у нас выполнено. А на ведьм чего не хватает? А на ведьм не хватает вот этих вот мешочков. Мешочки с пылью. Ой, как они ищутся плохо. Ой-ой-ой, ребята. Ищутся прям плохо. Давай сюда вольем маленько. Еще два этапа какие-то закрыли. Здесь заберем... подожди, да куда ты лезешь? И вот сюда. Так, ну что, вроде бы все, друзья мои. Больше здесь... больше здесь пока не... а, подожди, я еще...
Здесь я все пройду, да? Да, здесь я все. А, с ящером у нас задание закончилось, поэтому мы не можем. Подожди-ка, вот здесь вот у нас. А, ну да. Энергия, конечно же. Да, тогда будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.